Hello, друзья, с вами SteelPro, и сегодня я покажу мод на могилу для Майнкрафта по Extraction. Пусть утонут этому моду важным вариантом появляются могилы, которые опять же появляются после вашей смерти в вашем Майнкрафте, друзья. Ну, допустим, вы шли по миру Майнкрафта и несли с собой несколько вещей, и вдруг увидите крипера, который недавно взорвался, и вы умерли, друзья. Да, вот, вы умерли, и вы бежите на то место, где вы умерли, и вы видите пустоту. Походу, искусственная смерть не годится для этого мода, друзья, поэтому давайте же создадим настоящую смерть, для этого призовем нашего зона-зомби, который должен нас убить довольно быстро. Так, спавним. Ну все, зона-зомби, давай нас убивай. Да, залагал Майнкрафт, и там, походу, что-то появилось. Да, я сквозь зона-зомби уже видел могилу, друзья. Вот так она у нас уже выглядит. И если кто не знает, то когда вы ломаете могилу, то с нее дропаются ваши вещи. А также дропается и сама могила. Что довольно странно. Почему мы ломаем могилу, а она у нас спавнится, друзья. Дропается. Я не знаю, почему это так, но все же вы ее можете обратно поставить. Ну и по идее, как видите, классный мод, и могила может стать в таком аддоне, как Toolbox. Toolbox у нас находится в Playmarket, он там совершенно бесплатный, поэтому скачать вы можете совершенно бесплатно, друзья. Давайте повторим еще такую смерть и посмотрим, и вправду ли качественно работает этот мод. А то я помню мод, который работает наполовину, друзья. Ну что ж, да, появилась наша могила, это уже вторая могила на этой карте. И когда мы ее ломаем, у нас опять же тропаются наши вещи. Ну да, друзья, вещи никуда не подевались, вот они и тропнулись, друзья. Вот такой маленький мод у нас был сегодня, но на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.